Дорогие мои друзья, я вас поздравляю с уже наступившим Новым годом. Сегодня 1 января, скоро будет 2, потому что у нас в Нью-Йорке уже 11 часов ночи. Я сова, я человек поздний, и я, как говорится, начинаю свой сегодняшний эфир. Вот, ну что я хочу пожелать всем в Новом году? Люди добрые. Конечно же, счастья, здоровья, любви, морального и душевного благополучия, прислушиваться к голосу своего сердца, а не всегда слушать свои мозги, потому что сердце это ближе к Богу, вот это голос души, вот, и вы будете тогда в внутренней гармонии принимать решения, исходя от сердца. Но это я как бы чуть-чуть в сторону. Хочу всем мира. Это сегодня вдруг вопрос мира стал очень актуальным. Вот. Кто-то сильно хочет поиграть в войнушки. Вот. Уже, как говорится, в 21 веке как-то неудобно на такие темы даже говорить. Но надеемся, что все пронесет. Вот. И силы зла отступят. Вот. И, как говорится, и будет мир и покой нам, вот, и мы будем двигаться, как говорится, поближе к гармонии всемирной, к всемирной любви, вот, и будем стараться больше понимать друг друга. Если когда-то люди строили Вавилоновую башню, чтобы быть ближе к Богу, и они Бога разгневали, и Он сделал так, чтобы они заговорили на разных языках. Ну, так написано, как бы, у всех, универсально, как бы, все знают эту историю, вот. То, как говорится, сейчас надо стремиться к тому, чтобы мир говорил на одном языке, вот. Творил добро и становился ближе к Творцу, потому что в последнее время он нам дает понять, что Всевышний босс этого мира, вот. И, как говорится, вот это все ядерное оружие, все это все никому не надо. Это все надо сменить. Надо мечи на орава, вот. Развивать сельское хозяйство, органик фуд, вот. В общем, вот такие вот у меня, в принципе, пожелания, в общем. Вот, и теперь я вам хочу прочитать стихотворение, которое называется «Новогодний свет». Вот. Надеюсь, оно вам понравится. Поехали. Проходит время, никуда не деться. И вот мы Новый год встречаем вновь. Так пусть любое раненое сердце теплом излечит дружба и любовь. Пусть Бог хранит от горя и ненастья и любит всех, неважно кто какой. И всем дает хотя бы немножко счастья, даря душе надежду и покой. Споткнувшимся возможность измениться, озлобленным другим грехи прощать. И добротою освещает лица, чтоб нам немного совершенней стать. Пусть путник, одинокий и уставший, сняв груз всех своих пройденных дорог, найдет приют. И отправляясь дальше, он благодарным перейдет порог. Мы на подарках, поправляя банты, как дети, уж не верим в чудеса. Но человек, прося о чем-то Санту, на самом деле просит небеса. Весь город станет чистым снежным полем. На циферблат направят люди взгляд. И вот 12... Празднуем застолье, бокалы в унисон уже звенят. Желаю, чтобы каждый стал немножко в душе ребенком самых нежных лет. Когда у елки в маленьких ладошках, как чудо прятал новогодний свет. Я вас всех обнимаю крепко. Желаю добра и мира во всем мире. Всех люблю. Пока.